Джейсон! Залезай! Ты летишь на этом в Россию? Ты что, сдурел? Я пересяду в Сингапуре. Ты слышал, что они запретили жвачку в Сингапуре? Жвачка — это историческое прошлое Америки. Таким образом, они фактически объявили войну дяде Сэму. Спасибо. Залезай. Я сказал, залезай. Да, кстати, мой человек, Сэм, служит в армии Хойта. Если просвистишь звездно-полосатый флаг в Дерстоне в паре здоровый хрен, он поймет, что ты от меня. Я всю свою жизнь отдал управление. И мне не удалось избежать ошибок, но я всегда был патриотом. Да, Сэм. Мы почти вылетели из джунглей. Ха-ха-ха! Офигеть! Здоровый хрен существует. Эй! Эй! Пиво? Да. Я ищу друга. Наемника Сэма. Я знаю одного Сэма. В задней комнате играют в покер. В основном это парни Хойта. Попробуй что-нибудь придумать, чтобы тебя туда пригласили. Ты куда? Догадайся. Сыграть в покер. Если нет денег на ставку, не трать время зря.
Хватит? Хорошо. Ты в игре. Добро пожаловать в игру, салага. Садись. Поднимаю. Да бля! Калирую. Поднимаю. Я. Калирую. Я чекну. Я подниму. Не с этими картами. Кидываю. Хорошо. Мне надоело. Я выхожу. Уже? Ты хочешь продолжить, Карл? Может, нам поднять ставки? Нет, нет, Сэм. Это я так. Гуд. Думаю, с меня хватит. Ну и катись. Ты работаешь. Я от Виллиса. Как он там? Я за него переживал. О нем ничего не было слышно все эти годы. Ну, он в порядке вроде. Лос! Лос! Куда он пошел? Thank you.
чертовы букашки. Освежиться бы. Может, типа...